У Лаундеде Жилгеулу пересадочный тариф гхмпроект Бейлулукдегер. Энетуселе Утханьхада автобус унага трамвейрогу хадагу, але трамвейга автобус унарогу хада. Душин табын тухрыгэ оранда, харин табын тухрыг тулыхыюм. Харин энын имы рилтынутте. Нэгэ хаптахаргу, але гара утахар мунгэе тулыхы. Тэрне уда нэгдэхе болон хойрдэхе унады, тулбэрэхэгэне хулда часа улусак унгэрхэ яхогуюм. Мно дэрэ энэтусылор нэгдэхе, арбэдэхе, душын зурга а замут, болон бухы трамвэн замут орана. Хайрменга хорингурбун анха энэл тусылды. Хоринг дало дэхе, хоринг дало первое поле. Терешковагай гудомжа хуртыр богани болагдыхын арвын зурга дэхе, арвын зурга ка замут. Кир заводхо мегатитан будыл хуртыр ушын горбын а. Энергетик хэ боевэ гудомжа болтыр ерын табын а. Восточный микрорайон хо стрел хуртыр горба ка гэхын шыны замуды бусаттай нилулхыр тусыблыгдыжы бэнхэ. Все перечисленные маршруты новые, они являются укороченными. Как я сказал, позволят делать больше количество рейсов, соответственно, комфортнее будет для пассажиров и будет участвовать в пересадочном тарифе. Пересадочный тариф гэн тусылды хабадыгын нютагай нэгэдэмыл уйлылбурынутты табын миллион тухырык унын дулулга хрыктэ болаха. Энэн тухэ элжэта уламуда хатын зублоны сэсэдэ хылсыгдэхэюм. Владимир Севрюк, Дмитрий Григорьев, Бурят ТВ. Давай сейчас мы в эту бочку будем закидывать шишки. Внимательно, только шишки, хорошо? Хорошо. Давай работай. Улауды хатада Анна Веденниктова «Я могу» гэгэн студи имхитхэбэ. Энді сэтхэлэ бэдл шынжылдэг бакша, ухибуде бэй болын ухам бадл хугжолгэда тоха хургэнэ. Да, в июле этого года удалось открыть профессиональный кабинет с помощью социального контракта. На тот момент я получила 250 тысяч, и это мне помогло гораздо быстрее открыть такой кабинет, с помощью которых я сейчас развиваю детей. Здесь очень всего много прорабатывается, это как для нормотипичных детей, так и не совсем. Работаю с аутистическим спектром, кто имеет расстройство аутизма. Также работаю с задержками, это психоречевое развитие, либо просто задержка речевая. Тренажерный болон датхалгынудай тоғылымжар ухивун тургор бұйы хинежа хорана, аңхырыл болон соғылыр олғы бей болона, улу өдепхи хорана. Игіжі ухивуны аршым төрінхі бәділді сашыда аңхырыл тайғар хүгжылгыдың тоғылына. Амане хубон энді туружынхе ихы аңхырыл тайғар ере, зохит бақшы байға. Наша дуртайгар ердік, захидор бақшылдық басқын ехі дуртай хубуны. Наша тургор ошие наадье бақшыты олзықым, наадықым, юмы узықым гыжы япха дуртай ердік. Здесь у нас центр айгама, на что направлено, хорошо засыпай. На снятие тревожности, также на проработку страхов. Например, сейчас ребеночку нужно будет как-то подвигаться. Сел, двигайся. Двигайся. Ребенок сейчас скованный в данный момент, ему совсем непросто. Но если мы сделаем еще так, то у нас пойдет процесс. Бурят олыста жылы екенгі, хайыр менгі қаранхун негіме хылсегір, гүрінгі тоғаламжа бағам бәна. В следующем году эта помощь будет продолжаться. Она оказывается семьям с небольшими доходами. И по пяти направлениям предоставляется. На будущий год запланировано более 400 миллионов рублей по этим пяти направлениям. И помощь эта предоставляется не просто так. Специально созданная комиссия контролирует исполнение социального контракта и как расходуются средства. Негіме хылсай демжылға демография ғығын үндігін тұсылай хымжен со бұйылуылықдына. Түрін табын ғол шығылылтай ғыры тімдігілі хыр. Ажыл бұдырылға, өрігі ажылар ханғылғы е үмхет хылға, өрін толбырын ажығы құтылылға, хүнді хысу бәділ дабылғада толымжа, айылғы бәділі ханғылға ғықымыты болуына. Иімі негіме хылсын, хайығын өрін ажыл үхелжі үхелхін зонда ехі тоға болажа ұғыны. Александр Циренов, Андрей Дармаев, Бурят ТВ. Октябрин Армандолонга Оша Болтер Бурят Лоса Тосхай Пирацида Хабады Хая Оша Хангазер Шадаре Булгуру Оходин Дугар Сарикшиды Димжихи Зарилгате Агир Бригады Шиглулун Ошаба. Тыры Булгуру Арон Тамонзан Орана. Тыры Тода Араде Духатаре Забаба Булгума Нитага Захиргана Зурикшит. Буряды Опера Болон Баледе Театре Волдушит. Данзин Баджинимаев Болон Маргарита Мартынова. Буряды Эстрадын Одын Дарима Цидина Допова. Елизавета Андреева.
Хотим бухи химже є булгунуды унгрыгыжы байдак Оксана Лушнюкова гэкшит болына. Хотим захерганды фронтын бригадын гэшут, нютаренга сыркты татулукшита ямр олзылгы унгрыгыжына хорыжы угыбы. Наша командировка прошла на территории Крыма, которая также планировалась вообще, да, работа на территории Крыма, потому как там очень много расположений частей наших именно из Бурятии. И мы дали для них концерты, чему бойцы были, естественно, очень рады. Представляете, кто-то там находится с января месяца и не был дома. И когда мы приехали, и после нашего концерта, солдаты подходили и говорили, что мы сегодня побывали как будто дома. Вы нам перевезли кусочек родины. И я считаю, что основная наша задача в этой поездке была именно такая. То есть не только поддержать, не только свое творчество привести, показать, а показать именно то, что Бурятия своих не бросает. Гыбышье, фронтын бригадын гышудню таранга хэндуру тэта эдэ холк бэлтхэхэ хэрэгтэн тухула, бозым ушхалса, сэрэкшэдэ хонада газарта ехэ сэбэрэлэгэ унгэргэхэн бэна. Марган Принаев, Дмитрий Григорьев, Бурят ТВ. Улауды хатын Тамира Бешенсо ноябрын 16-ға хоре болатыр Россиян спортын ғабияты мастер Сергей Леонове шанды хұрттықын тұлы шырын ұрғылғор бұхы Россиян наймадығы турнир ұңғырхын. Приедет достаточно большое количество участников. Более 350 участников мы ожидаем. Үні турнирті дұрғын зұғарын Тамиршот орыз оласы 16-ға неттік мажынудыға болан монғыл оласыға хабадығыя ерхі. Хотелось еще отметить, что это один из немногих турниров, где принимают участие все возрастные группы, абсолютно все. Это младшие юноши, младшие девушки, старшие юноши, старшие девушки, мужчины, женщины и ветераны спорта. То есть состав участников от 13 лет и до 70 и старше. Мане Бурят улысы негидемыл командаға зоғырын тамершат хавадыхайым. Примерно 100 человек у нас будет выступать от сборной республики. Это все возраста, начиная там, от детей до ветеранов. Вот. И хотел бы сказать про основной взрослый состав, так как все являются военнослужащими. Вот, и у нас от старта к старту там перерыв 5 дней буквально. Эни турнирте ухивут арбу горву нагнага. Рышул ихынырнут болын нагатайшул хабады харгаты. Тамиршат бухы дэрэ нэйэма арбун хойр арбун зурга хорин дурубы болын гошын хойр килограмм шыгнурте шырымудые ургыхыюм. Инде Рышул ыгын хүндынудыйн, ыхынырнут нахтайшул болын ухивуд ыгын хүндынудыйн ургыхы бэна. Хайырзу тэвінігдэхін ургыхын рекорд харуулхын хүнді Сергей Леонов тосхай болык ғошы менгін түхірік барилхар харауна. Александр Циленов, Дмитрий Григорьев, Бурят ТВ. Хүлбум бұгор командынудын ыгыдылы түгісхілін адыны намарай хаха дұрубы. Тырынеуда надынды хабадышы шағнагдағын бэна. Сезон КФЛ осенний завершился вот у нас буквально неделю назад. Сегодня вот прошло награждение команд по двум лигам. В Лиге развития у нас победила команда УФСИН, команда Бурят ТВ заняла второе место. Получается, по первой лиге КФЛ у нас победила команда Банкир. Ну, соревнования прошли на высоком уровне. Следующий турнир у нас запланирован теперь на весну. КФЛ. Ну, то есть он проходит два раза в год, весной и осенью. Лапасной завод ГГН команды Хукжолгын Халбонды Хорбодыхи Хоури Изилхан Бэйна. Инде Бурят ТВ СБГ Булык Турушын Кея Хабада. Серебряным призером стала команда Бурят ТВ СМИ. Лига развития. Лига развития. Лига развития КФЛ. Для телеканала «Бурят ТВ» это первый опыт, и мы достигли очень хороших результатов. Второе место – это тоже высокая награда для нашего коллектива. Мы таким образом показываем, что наш телеканал, молодой телеканал, который появился в корпоративной футбольной лиге недавно, показывает очень хорошие результаты не только в работе, но и в спорте. Поэтому будем стремиться дальше, будем продолжать участвовать и работать над ошибками. Ушел тихо хотадымный хулбум бугор баган аданы Илжиэты Хахин Мурисон Гахилэй. Тынды Турушын дивизионды Арбын Юхы, Хойдыхидың Арбын команды, Харин Суперлигады Юхын команды Мурисы Хыюм. Хабадышды былгын бұхын илікшіт болын тадырхы хузылды. Гюнды бұхыды, илікші болын шанды хұртықшы хулбым бұғықшы дейді лигады орықы ирхіте болыны гейші. Марган Принаев, Бурят ТВ.